Так, а что, падало? У меня по статистике все ок. Ай, пришел раньше, но надо будет еще потом уйти. Ох уж эти непостоянные люди. Так, Суприм. Кейсинг есть. Так, Home. Village. Next. Интересно, почему она не засчитывается? Как мне это засчитать? Давайте попробуем. Я даже не знаю, что попробуем. Да походу. Я не смогу глиф сделать и глайд, и потому что... А, в принципе, нахера она мне надо, если у меня есть спеллбук? Возможно, зря я это затеял.
Минус глаза. Есть проблемка в том, что почему-то я не могу лететь вперед на глайдере. Я вот поднимаюсь наверх, но я никуда не двигаюсь. Я, короче, стою на месте, судя по координатам. Просто тупо падаю вниз и все. Ну, судя по координатам, я просто падаю по высоте, вот если смотреть вот сюда, на вниз. Я просто падаю на высоте, по высоте, и все вниз камнем. Вообще ни влево, ни вправо, ничего. Как-то не так себе я представлял путешествие на Элитре, если честно. Потому что что я пролетел? Я вокруг... Что ж... Блядь. При этом Элитра ломается. То есть все бы ничего. А, и тут я попробовать не могу. Потому что у нас отработает эта херня с полетом.
Красивый взлет ракеты в аду нарисовал. Проблема то, что... самая главная проблема то, что оно должно просто лететь. Окей, может быть, все-таки я виноват в том, что теряю ориентацию в пространстве. Из-за этого, собственно, ничего не получалось. И что я хотел сказать? Я же не такой глупый, чтобы не определить, где лево, где право. Может быть, и такой. Какие сложные эти механики майнкрафтовские. Прикольно. А что было, я так и не понял. Что меня убило. Быстро босс минус нул из апофеозиса.
Ну, прикольно, что могу сказать. Это 10 из 10. Ну ладно, мы сейчас вторую литру возьмем. Вроде как литра вторая у нас есть. Это, конечно, кринж какой-то. Команда бэк меня вернула на координаты, которые находятся в овере. Бля, у меня терминала нету. Удобно. Ну что мне там надо еще? Фейерверк. Не, не стакается. Мне написано, что слишком рано. Recent. Ну, уже проще то, что мы явно быстрее, чем на метле были бы. Поэтому пофигу. Но мне больше не нравится, что у меня квест не это самое. Не засчитывается. У меня как было визит на Зарфской Виллэдж, так и осталось. Главное не померить второй раз от босса. Да вроде не должны. Главное сейчас не помереть, когда я буду садиться, потому что у меня нет иммуна к падению, и возможно я сейчас при падении я сломаю себе шею. Thank you.
Это еще правильнее было бы вот эту включить. Мне бы что-нибудь золотое на себе повесить. Ну что, мне придется читерить квест, получается. О, корона мне позволяет с пиглинами общаться, отлично. Это то, что мне нужно было. Так, вот еще не инферно-ботинки эти дурацкие. Арбалет. С пирсингом. И, к сожалению, я на сегодня все. Я не могу. Мне нужно уйти, а потом не знаю, насколько я пропаду, поэтому я, наверное, просто офнусь и вернемся туда завтра, чтобы спокойно поиграть. Без всяких этих вот дерганий туда-сюда. Грустно, конечно, но придется. Я хотел сегодня прогресс еще продвигать, но, увы. Увы. Блин, а почему, интересно, квест не засчитался? Мне грустно от этого. Завтра лучше будет все.